Привет, ребят, вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Google Pixel 5, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве сделать фотографию в живом режиме, то есть живую фотографию или лайв-фото. Мы вам покажем, как ее сделать и как она вообще выглядит. И для этого мы заходим в камеру. В камере переходим в настройки камеры, проведя вот таким вот пальцем. Вот таким вот образом, точнее, пальцем. Да что ж такое? Мы тянем. Или можем просто нажать на вот этот ползунок со стрелочкой. И у нас есть здесь пункт «Фото с движением», который мы включаем. И теперь давайте я сделаю какое-то фото с движением. Я понимаю, фото уже сделано было. Теперь смотрите, как вы видите, мое фото двигается. Она двигается совсем незначительно, по-моему, здесь, нажав на видео, можно включить. Я могу же сделать больше движения, двигая мой телефон быстрее немножко. Давайте посмотрим, как оно теперь выглядит. Есть ли какое-то движение? Нет, нету движения. Я думаю, нужно просто вот так вот это сделать. И теперь все должно выйти прям идеально. Делаем это еще раз. Да, вот видите, я сделал вот как будто живую фотографию, которая двигается. И в принципе на этом все. Спасибо, что смотрели данный видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока!